Комна дают территорию или что нет? Что такое? Какая-то идет полосочка, что нужно. Сейчас все увидите. Да я играл в эту хуйню, сейчас будет первый вопрос, и там вроде от первого вопроса мы будем выбирать по очереди территорию. Мне... А кто из нас красный? Не знаю. Я. Я Мози Монтана. Вещи. Блять, я не помню, кто есть кто. А ну-ка, тыкните, кто-то. Я девочка, точно. У нас две девочки. А, я красная, ты зеленый, Марка, Аня голубая, значит. Все, Аня, выбери свой левый замок, территорию возле него тыкни. О, ты тыкнула, да? Как называется минерал CO2? Ой, ты, блядь. О, так это легко, это же опал, ёпта. Погнали, нахуй. А я фал нажала! А ты кварцы угадал? Да. А ты чё, обманул? Тупицы ебаные, бля. Так, let's go, нахуй. По очереди не всех поставлю. А что мне надо делать? Так, выбрать территорию. Смотри, Аня, видишь карту? Тут захватывай территорию. Нажимай, куда ты хочешь. Ты так, сейчас я... Юля вообще. Да, я была. Какой из немецких футбольных клубов является наиболее титулованным? Конечно же, Шальке 04. Let's go, нахуй. Аня, ну что ж такое-то? А у меня Марк куда-то исчез. Марк, ты его вырубил? А, не, нормально, это я тебя вырубила. Я вообще ничего не понимаю, я только проснулась, я вообще что-то втихла. Не, нормально, я просто не думала, что мы так быстро запустим игру. Ну ладно, это, надеюсь, коротенькая будет. Так, теперь я выбираю территорию. Короче, вот, я первая ответила... Не, прикольная, прикольная. Да, просто ее немножко поменяли видочек. Я играла, когда она еще была в браузере. Марк, ты, по-моему, теперь выбираешь. Я, да. Все, я выбрал. В фильме «Броненосец Потемкин» единственной цветной вещью является... Let's go, нахуй. Я не знаю, что за фильм. Аня вообще, бля, не пошло. Я ебу, нахуй. Пау, пау, пау. А, нам с тобой по 200, Марк, начислили. То, что мы, типа, не на время, да, одинаково всем накидывает. Окей, я тогда просто здесь. Тыкаю. Нормально. Так, категория мне джесс чатинг поставь. Логически даже можно думать. Так, ходи, Юль, ходи. Пожалуйста, блядь. А ты зеленый. Ну, в большой территории. Ебать, конечно. И что из перечисленного не является деталью одежды? А, вы вопросы вы не видите, да? Сейчас я поменяю. Видим. А, не, чат не видит, там Марк сидит, потому что. Охуели! Девочки! Ай, какой корсет! Это не одежда. Так, ладно, я опять хожу. Нихуя мне игра дает под эти, под подсосы. Подсосы. Кто автор оперы «Сказка о царе Салтане»? Рахим. СВ Рахим. Какой Рахим? А, ой. А, это писатель? А ты думала, кто? Я не думала, не знаю, полководец какой-нибудь. Занимай большие территории, все. Ё-моё, вот это я, конечно, тупая. А почему я каждый раунд хожу? Чё за хуйня? А, это слева колесо. Все ходят по очереди, все ходят. На каком языке проводилось обучение в Ельском университете до 31 года? В греческом, конечно, потому что греки... А это возможно? Не, наверное, это невозможно, то, что я нажала. А, возможно, Марк пососал. Вы охуели, блядь? Легко. О, ёд, ты куда лезешь своими культяпками? Блядь, ебать, она везучая, она просто рандомно тыкает. Сколько раз? Рандомно можете тыкать. А, легко, let's go, нахуй. Пау. 3. У кого? 2. А мне вообще знает, 0 пишет. Ты... А, ты последнюю территорию себе забрал. А, не, еще не последняя. Сейчас слева есть клаптик. Сколько было основанных каст Древней Индии? Основных? А, это я знаю. Смотрите. Не, 6-5. Я ближе всего была к ответу. Сосать мой клаптик. Все? ГГ? Или что? Баннер? Не, мы только территорию захватили. Мы сейчас друг друга ебашить будем, сейчас друг друга территорию захватывать. Так, я теперь выбираю, кого атаковать. Давай Марка пиздить. Да, Марка го пиздить, Аня, согласна. Как называется один из романов Достоевского? Цыгане. Не слушала. Я не слушаю его. Что? А Не, какой правильный ответ был? Я пропустила. Бесы. Блять! А «Три товарища» есть же такое произведение. Марк, ты ходишь, походу. Давай не пизди, блядь. Так, кому бы пиздить. Пиздец, 0 очки. Баннер за камерой Марка. Да я пытаюсь все параллельно сделать, нахуй, и ответить, и прочитать. А я ПК, типа? Ну нет, пока мы просто друг другом пиздимся.
Сосать, Марк, блядь, земля нахуй. Какая земля? Бля, как же ты рандомишь, сука. Я знала! Я знала. Хомяк ты, сука. Ань, ты выбираешь. О, с Марком. Пленка различных оттенков, образующая при окислении на поверхности изделия из меди, бронзы, латуни. Куст, куст. Или Бенда, Бенда, это трек с Killzone. Платина. Хорош, хорош, Ань. Еби этого, сука, Марка. Бля, как же тёлки рандомят, я того рода. Тёлки. Пацаны, вообще, видите? Вообще охамел. Твой ход, походу. Вернула территорию обратно. Вячеслав Грозный был главным тренером этого футбольного клуба из города Грозный. Ашанти Голд, Ахмат, Ахсу, Ахтамар. Это, блядь, чай какой-то, что ли? Давай нахуй, только попробуй, блин. Ахмат Сила. Сколько детей было у Фаины Раневской? О, 1%. Ноль. Давай, о, я лучшая! Что сать? Блядь, туда его нахуй. Рандомит. Аня все знает, Аня все знает. Да, 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 блядь. Чпокни, Анечка, его еще, давай, еще, малыш, еще. Блин. В Англии считается хорошей приметой встретить... Летучую мышь, бабочку, черную кошку, далматинца. О, бабочку я бы встретил. Давай, блин. Это точно хороший вариант. В каком веке возникло течение живописцев перерафаэлитов? Века, веке. Не в году, а век, ребят, попрошу подметить. Она быстрее была тебя, Марк, хорош. Ляня лучше. Марк, сейчас стримить пойдешь. Я сейчас просто, да, пойду стримить, если вы будете так рандомить дальше. Все отгадывать. На каком автомобиле разбился Цой? Чего? Я думала, он пешком переходил. Конечно, блядь. Это Виктор. Я не знаю! Я думала, его просто этот автобус сбил. В смысле разбился, он же жив. Пиздец. О, скилл, здорово. Цой жив вообще-то, реально. Какая страна занимает весь материк? А, ну это легко. Россия! Цой жив, долбоеб. Ебанок, это Австралия. А что, мы реально Россия написали? А чё мы Россия нажали? Блять. Вы такие... Блять, вы можете с моей земли съебаться? Заебали, блять. Изду за банк нахуй. Блять, единственная давай. Страна в Европе, где применяют смертная казнь. О, это я знаю. Беларусь 100%. А чё ты жмёшь Эстония тогда? Нахуя? Я не знаю. Бля, пошли в пизду. Нахуй вы два в одного играете? Я и так не самый умный в этом мире, блять. Охуевший, блядь. Кто написал повесть «Пикник на обочине»? О. Стругацкий, Лем, Лем. Ремарк, Лем, Ман. Отвечай, ёпта. А кто? А, я отвечаю, блядь! А я смотрю на вас, я думала, Аня отвечает. Сука, соси писю, на, Марк, пизда твоему замку. Прибор для измерения показать... Показателя света. Господи. Б. Рефрактометр. А даже А хотела ответить. Понятно, вы чат читаете, девки. Давай, давай. Девки. Что не характерно для губок? Это морские эти такие, простейшие или непростейшие. Для мытья посуды. Давай ебаться! О, хорош! Конечно, король, буду гореть, блядь! Титул короля лыж! И сколько-то еще километров? Ну, 100, типа, да? 30! Марк! Уебал в пузо тебя, блядь! Лаки, лаки, мэн, лаки, мэн! Да, блядь! Го со мной! Хуяки, пиздать, мне больше и некуда, блядь! Иван Ургант. Ураган, блять! Марк, ты ебло. Что, я Ургант нажал? Ты ураган я нажал. Ургант. Что за хуйня? А кто, опять ты? Да отвали от моей клапти салата, Оливье. О-о-о. Наверное, вот это. А, ой. А звучит как-то по-французски. На пока вы французского салата, сука! А я, ну, Оливье французское слово какое-то, мне кажется. Ань, ладно, давай с тобой поебашимся, Ань, для разнообразия.
повреждена. Кислотой. Он охамел. Я даже не знала, что такое был инцидент. Инцидент, блядь. Вообще. Ахам. Выберите модель автомобиля марки Nissan. Кашкай. Чероки, Мурсилагу, Патрул, Некся, Део. Это Ксикалзор в этом шарит. А когда будет вопрос про пауков? А он не ответил ничего. Марк, что ты не нажал твой вопрос? Я отвечал, сука! Я не знал, я думал, вы пиздитесь. Нет, там верхний цвет есть. Опять, Марк, ты какой город является столицей государства Малайзия? Легко, нахуй. Вы видите мой курсор? Хорош. Марк, я думала, это Аня ответила. Бля. Я не могу его, а хочу его замок. Пизда твоему замку, чучело. Отъебался. Кто? Портянки. Давай, нахуй, давай, блядь. Попробуй ответить тебе, это мой вопрос. Блядь. На, ебало, нахуй. Он сейчас мою башню снес, не трогай, Марк, все, извини, все, что было. Че, Фиона, ебаная, проебала башню, блядь. Понятно. На, нахуй, какая женщина, блядь. Вот как ты считаешь, нихуя у тебя пословица, ты че вообще, я хамел, блядь, съебался. Дека — это доска, блядь, для скейта. Ты доска, блядь. А дека — это сейчас получше. Я не помню. Блядь, в 10 раз. Бля, ну мы такие затупки. Я выиграл? Не, Аня выиграла! Аня чисто посмотрела на эту хуйню. Микрофон, а что, опустился? А теперь давайте по чесноку ебать, чтобы я не один играл. Ой, чтобы вы не на одного нападали. Ладно, давай, давай, давай. Ань, красава в любом случае. Выходить, да? Ну, я крестик нажал, и по идее, может, я новую комнату сейчас создам. Бля, пиздата, мне нравится. Мне нравится быть темным. Погнали. Он какой-то слишком быстрый. Мне дали 10 тысяч монет. Да, мне тоже. Подарки. Играем с друзьями. Подарочки. Новая дружеская компания. Охуел, бля, на меня две девушки нападало. Две доски. Не-не, я не доски. Так, длинная компания. Ready. Тут можно карты разные выбирать. Ладно, попробую другую какую-то карту. Какие-то штаты тут есть, будто бы. А так, смотрите. Друг с другом. Да, окей. Смотрите, тут можно темы добавлять разные. Я не знаю, вы видите у меня на стриме или нет. Это типа, наверное, живопись, какая-то журналистика, география, история, математика, все химия. Темы добавить. Все, да? Да, могу. Так, и добавить игроков. Сейчас я вам напишу код. Ой, Юлечка, а можно тебя попросить отзеркалить меня? Я только сейчас зашла. Да, конечно. Translation. Да я просто, ты так быстро запустила игру, и я ничего не нажимала. Я не знала, я думала, типа, хост запускает, мне что-то... Да, я тоже думала, хост. Так, Аня скинула, Марк скинула. Я просто даже не успела настроить. Заходите, чат. 46397. Погнали. Я начинаю? Сейчас, Аня, отзеркалю. Там у вас наебал чат, там цифра другая последняя была, представляете? О, все, я начну. Третья. Ты чат читаешь? Ракурс выкинула? Не-не, нормально. Не-не-не, все. Ебать пиздата. Территория охуенная. Да. Какой цвет, блять? Ну ты зелененький мальчик, а я синенькая девочка. Блять, фокус. Так. Это... Юля. Выбирай. Я пытаюсь. Голубенький выбирать. Так. Плотную всем нашу. Что изобразил Верещагин на своей картине «Апофеоз войны». Бля. Такие ложки я не могу. Да? Я сейчас скажу, ты знала. Да, я апофеоз не с первой попытки, блядь. Эта картина висит. А, у нее эта картина, я поняла. Оригинал в этом доме. Ань, ты выбираешь еще клаптик земли, по идее. Так, я давай вот сюда. Какая-то игра стала слишком ускоренная, как будто. Раньше было все медленнее. Да. Шевраль.
А. Шевроле RX 250, нахуй. Юля изобрела только с новую машину, блядь. Так. А Нива, это разве не Нива, вот... Российский авто... Я думал, это российский автопром. Встречаем марки с Юлей. В каком национальном парке находится самый крупный остаток равнинного первобытного леса в Европе? Ой. Бля, мы втроём. Единственное, что знали, знаешь, Карпаты. Карпаты. Это другое. А, ты не понимаешь, это другое. Да дайте мне хоть один клаптик-то нахуй. Иди поучи для машинки, Юля. Кыргызская война, вооруженный конфликт между Индией и... Пакистаном! Как может быть конфликт между Индией и Пакистаном? Они в разных знаках мира находятся, блядь. Я что не за знаю. Хуйня? А чат все знает, все четыре пишут. Вы что, сука, умная? А нахуй ты его читаешь, блядь? Да я когда отвечаю, тогда читаю. В смысле, потому что я стримлю. Получишь все. Пиздло ушастая. Ты ушастая, все же Все, я не могу прочитать. Приору вечность перейдет. Какая приора? Приор. Приора тут была, я знаю. Блять, я даже не успела прочитать. Хорош, Марк, пошел ты в пизду, потому что. Я Гамлета читала. Я тоже самое известное выбрала просто. Да, а я остальное не успела прочесть. О, у меня есть первый коллаптик. Здорово, Эриксби. Увезу твою суку в Дубай. Производная простой функции X. Ребят, все с алгебры нахуй домашнее задание сделали? Ой, Юля посмотрела в чат, ответила один. Ты же чат один вспомнил. Нет, я не смотрела. Ебало, как чат, я что, только что посмотрела. Блядь. Да, легко, я удалял просто два, я знаю, нахуй, поехали. Ой. Сюда, нахуй, ложки. Что-то маловато я ответила, походу. Ну ладно, я 4. А я знала, что 12, если честно. Я не знаю, что так мало ответила. А нормально все по территории? Сколькими фигурами? Шах. Ебать, стрелы. Одной, потому что только королем нельзя поставить шах. Да? У тебя киска полностью брита, охуенно, я посмотрела в чат, пошел нахуй. Какие вопросы? Это Макс Фейка пишет. В каком году снят фильм с Джоном Хертом в главной роли? Я не знаю, в пизду, короче. А, 1984-м надо было ответить? Что это за вопрос, блядь? 95-й. Какого декабря в России отмечают День Конституции? Легко, это смотри нахуй, просто хуяк, тютелька в тютельку нахуй. Сосать пошли нахуй. Пошли нахуй просто. Сосать, да. Школьники. Ты знала? Да. Зарандомила. Зарандомила. В каком веке родился голландский живописец? Ой, Рембрандт ван Рейн, это баскетболист. Ой, нет, это что маленький, я век выбрала. Мне кажется, это побольше надо было. А, нет? Я думала, 18-й в итоге. Блять, я знала, потому что я считаю. Сколько линий метрополитена Новосибирске? Чего? Новосиба, ёпта, на связи? Ну так, наверное. Вам похуй, пусть будет так, блять. Блин, я хотела тоже две сказать, но... А там есть метро? Я понимала, что их мало, но хотя бы три. Ну, там нет метро. Блять. Чё, я ничего не могу выбрать? Я не могу... Блять, всё, ты сдох. Охуела! Не, ну мало где есть метро, потому что... Так, ну... А зелёный это Марк пошёл нахуй. Охуела? Магнус? Нексия? Южнее, ну южнее, подумайте, логически. Блять, южнее. Это вниз, что ли? А я думала... Западнее, вниз почему-то. Вниз это с английского. Я думала, сова. А я думала, сова. Прийти, дарвинизму. Какой из этих стран долгое время правил Муаммар Каддафи? А, тот самый, что ли? Ну, вот так вот, наверное. Красава, Ливия. Марк. У нас один мозг на двоих. У меня челы пишут Ливия.
Откуда они это знают? Вы в Ливии живете, признавайтесь. Кто из этих великих детективов принимал наркотики? Осуждаю, блядь. Вот о, этот. Красота. А нет, вот... вот этот. И вот этот. Они все, блядь, торчи. Отвечаю. А, не, Эль Пуаро, это же из... Сосать, школьник. Блядь! А, там уже следующий вопрос появился. Блядь. Окей, Ань, давай. Может, тут этот? Да. Я ответила. Репродуктолог, это же реселлер. Репродукция. Какая реселлер? Russian resell. Вы можете на меня только не нападать, блядь. Наверное, вот это. Логично, Ань. Вот что, блядь, можем повторить. Так куда микрофон падает? Ань, сейчас я с тобой. Давай. Кто сыграл Галжи Скорофилу? Красотка. Я не смотрела, кстати. Я смотрела, прям недавно пересматривала. Сколько вилок поправился? Ух ты, блядь, эти вот столько, наверное, я не знаю. Здрасте, ты все знаешь, Ань! Я видела больше было. В кино. И три. Кино, блядь. Кино и... Пять кино. Вилок, блядь, я тебе тоже так говорю. Давай, плотно. Давай, уничтожаем. Представителем какой эпохи в искусстве является Леонардо да Винчи? Да Винчи. Да Винчи. Да Винчи. Да Винчик. Кто знает. Без понятия вообще. Пять куда, блядь? Ну, там места хватит на столе. Не, я вообще в ахуе. У тебя в чате одни Пикассо, много баллов. Это, блядь, Unreal. Нахуй. Что это за компания? IBM? Не знаю, вообще. США. О! Ой, я не понял. Я знала. Я подумала, чат, что... красавцы! Фу, Аня, давай баллы. Заебали нахуй. Первым европейцем, увидевшим воды этой реки, был испанец Эрнандо де Сото. Вот как ты отвечаешь? Всегда правильно, блядь. Ого, сколько копеек? Не, я хуй знаю, как это делать. Нихуя 15, ты что, откуда такие деньги, блядь, у народа? Зарплата была 10 копеек. А, и, блядь, 3 стоила газета, что? Ань, все, блядь, я тебя трахаю. С каким деревом встретился Андрей Болконский? Я в этом, блядь, зависла рот, я ебал в рот. Я не знаю, честно, без понятия. О! Ой, блядь! Пососали, блядь! Арифметика, нахуй, зашла в студию. Сюда, а вышинку, вышку твою, вишенку, блядь. Куда я подсмотрела? Здрасте, блядь, в водоемах. А, они ж точно на воде же сидят почему-то, что там личинку откладывают, оказывается. Да, потом мы купаемся, так... и нам эту пизду и в залупу блядь, заплывает. А потом личинка стрекозы вылазит с уха. Фу. А, я сначала даже не поняла, что это мне вопрос. Пиздом. А мне дадут сходить сегодня, блядь? Ходи. Спасибо, игра. Ты согласна известной песне Высоцкого «Твои 17 лет». Классно, переулки. Я тоже не сразу поняла, что это мой вопрос, пиздец. Все так сложно. Ой, блин, у меня какой-то мозговой штурм начинается. Ты такая бинди. Ой, я, кажется, знаю, да. Да, потому что это самое такое. Да, блядь. Сколько нот в обычной гамме? Что такое гамма? Ну, гамма, цветовая палитра, ебать. А. Ты не рандомишь, да? Ты не рандомишь, ты у нас узнал. Что такое гамма, блядь? И чел отвечает точь-в-точь. Я хуй знаю. Давай в чат, не смотри, отвечай. А я искала лифчик ответ, слышишь? Да. Его не было. С каких материков?
деньги, меня тоже. Ты голососа, она хочет больше. Кровь из носа. Подожди. А, три, блядь, подожди. Австралия? А, Африка, блядь, я Африку забыла. Я так и думаю, Америка считается, Азия считается, а... Нет, Америка не считается. Блядь. Такой затуп. Я про Африку забыла. Нам у Папы Римского подают... Ух ты, я думала тоже колоколом. Мне тоже. Ну как-то это все. Кого забыла, да, Африку нахуй? Тему. Я Австралию и Атлантиду вспомнила. Давай, Марк, еще раз поразимся. Кто написал роман «Бес»? О, где-то я это видела. Вот это же, да? Вы что, забыли вопрос? Же был уже! На прошлой сессии. Ебланы. Атлантиду. Ой, Антарктида. Ребят, я нервничаю. 50% энергии ядерного взрыва идет на... Ударную волну. Ну, отвечай, ёпта, боёбан. Я не знаю. Я же сказала ударной волной, вы чё? А чё Марк так ответил? А почему вы меня не слушаете? Всё, Ань, давай ебашимся. Для определения чего служит таблица Сивцева? А я ебу. Да похуй, рандом, ты попадешь, не переживай. Я не вдвоём попадаю. Я не понимаю, я не знаю. Сколько раз Николай Валуев становил чемпионом мира по боксу? Давайте, вы знаете. Она знает! Бля, это просто полный пиздец. У меня просто слов нет. У меня чел опять выиграл, блядь! Всё, пизду, идите стримьте, короче. Ань, ты вообще как умная? Она просто нет. Тут самая пожилая на опыте, она поэтому самая умная. Ты на... меня на год младше. Эй, я зато младше. Ясно, бабулька, сука, опытная. Нажила, навидалась. Мудрая, да, реально. Чё там, у тебя ребята уже ready или ещё нет? Ну, наверное, ready, вам уже 6, я вас отпущу. Ну, ты спроси. Ну, ладно, спасибо. Да, просто я посижу попкой. Блин, жаль, что только мы две сыграли, мы бы ещё бы успели 3, 2, 4. Слишком быстренько так. Слушай, ну прикольно, я просто играла, поняла, когда ещё она была в браузере, она вообще другая была. Там мне раньше больше нравилось. Было, типа... Да, согласна. Не знаю, да. Это вы тупые затупки? Да ладно, ну хотя бы ну на 30. Какой 39? Какой 43? Вы охренели? Что за оскорбление? Бля, знаете, а нет, 29, по-моему, всего лишь, все нормально. Ты охуела! Нормально. Блин, состояние такое интересное, объебать кому-то хочется. Марк, у тебя меньше всего балла, 2 игры подряд, что думаешь? Нахуй идите, вы вдвоем против одного играете. Не, мы не играли. Нет, и мы не рандомим, ебать, мы умные, блядь, тёлочки. Умные. Сейчас ко мне Рома зайдёт с Олей. Ладно, Юлечка, сори, что так мало. Не, нормально, зато хоть настроили, в следующий раз ещё сыграем. Да, еще. Да. Ну, я когда-нибудь еще триведор просто буду собирать, вас позову. Заодно будь все готовы. Да, давай, пока. Спасибо, зашли, что, ребят, да, большое. Конечно. Пока-пока. Да пока, как пока. Нехуй пить, да. Давайте, хорошего стрима вам. Я посижу пока тут еще. А вы сейчас какого компа стримите? С Аниного или с Марком? А я здесь вообще в интернете, нахуй? Марк. Просто игнорирую. Санина. Привет, Оль. Привет, Оль. А дашь вебку заранее? Привет, Ром. Бром! Не надо такого делать. А Деваур будешь собирать? Ребят, никто не хочет Деваур собрать, а меня позвать на стрим. Да я не собрал, блядь, не понравилось. Мы 2 раза въебали новую карту в пизду. А мы тоже 2 раза въебали у меня, когда играли. Но мы не прошли. Мне хочется очень просто пройти. А, ты меня не позвала, но крыса ебаная. Потому что ты уже играл. И чё? И Олю я не звала. И Олю не звала? Но чат, кто был на стриме, запомнил очень хорошо. Вам понравился стрим по Деваура, ребят? Ответьте, кто был. А кто у вас сейчас в Тривиадоре выиграл? Аня 2 раза, блядь, хуйнула. А нахуй. Очень, Юль, вот. Бля, в Тривиадоре сложные вопросы всегда очень. Не, сейчас были, вот чат, сейчас были. Оцените по 10-бально, насколько были сложные вопросы. Они я были помню, такие 50-50, мне кажется. Паук МВП. 0. А у меня красный битрейт, я в интернете, я лагаю.
Ну, мы сейчас слушаем. Слышите? 5. К сожалению, блядь. 11, боже, это так легко. А есть кто все знал в чате? Для чата халява. Не, в чате всегда все знают, сука, я не знаю. Я тебе скинула в Дискорд. Хорошо. Можете не додосить мой интернет, пожалуйста, кто этим занимается? Блядь! Ага! Я ненавижу эту игру ебаную, блядь. Тривиадор, что ли? Да нет, Circle, блядь. Играю уже сутки, блядь. Так. Что, тебе вебку скинуть? Ок, не буду. Да, скинешь, Дэйс? Ферма. Олечка, не получилось проснуться, да, сегодня? Значит, как-то да, не получилось. А ты что, на грустненьком сегодня? Да не, все нормально. Смотри мне. Такая, блин, сидишь под... И куда это мы уходим? Что такое? Ты офнула вебку? А, ой, я нечаянно. Ага, я думала, ты специально, типа, я что-то не так сказала. На, я тебе этот скидываю в телегу, иду курить. Отзеркались меня срочно. Я еще все скачал. Угу. Ты объяснишь, да, куда надо будет входить? Да, 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 да. Так, сейчас я... Все, у меня наконец-то есть время все подровнять, а то мы ее так быстро запустили. А где третий игрок? Ладно, похуй. Нормально, в принципе, подойдет. Фух, можно выдохнуть. У меня какой-то этот экспресс, блядь, триадор произошел сейчас с Марком Ани, то что... Но сначала я ждала, пока зайдут, потом, когда скачается... Этот, Тривиадор, там нужно просто Google Play аккаунт зайти было. Ага. А ты скачала Тривиадор? Ну вот, да, я же тебе скидывала. А, точно, да, то, всё. Ты скидывала, я, ну вот это, я так понимаю, нужно. Ух, это было сложно, сложно. Так, сейчас, я хочу послушать какую-то музычку на фоне, что включить? Только ФМ это знает. Стул зеркаль, всё. Молодцы, чат. Сделала. А может ставочку? Давайте, давайте ставочку. Давай. Какую ставку? Нас трое, а варианта двое. Да, я хотела, чтобы на прошлой игре были ставки, но не успела предупредить. Победит ли Юля? Естественно, нет. Вы меня захуесосите, если я буду тупить на очевидных вопросах. Как там Шай? Где она? Ты на меня злишься часто, ведь я курю часто. Купюры на купюру, и они ложатся пластом. Она куда-то убежала. Парень, это кастом. Рядом нет случайных, но моя туса рандом. Нашел 30 тысяч в джинсах, парень, это рандом. Оргу, что я стою под три ляма, это роу. Гэнг щит, Будда и благо белый. Теперь мы не просто челы, да мы стреляем, как стрелы. Оба зарю, как смелый. В итоге умер, как смелый. Бабки на мне, я дом престарелых. Только ФМ это знает, кто по-настоящему родной. Только ФМ это знает, я зову их своей семьей. Если ты ФМ, то не значит, что мы будем трахаться с тобой. Только ФМ это знает, только ФМ это знает, только ФМ это знает. Мама, как я Саня, работаю гопатим, тащу любого дизайна. Со мной рядом братьи, магнами донатим. Булыки жигали, жарные. Алло, я здесь. Алло. Шай, ну чё такое? В общем, я на ручках посиди. Она, представляете, вообще не реагировала и в коридоре под дверью лежала на коврике, блядь, для ног, для обуви. Одна. Малыш. Ты когда в ветеринарку поедешь? Сегодня, после стрима. Джой, у тебя болит просто сильно, поэтому ты там лежишь, да? Ну что ж ты будешь делать? По Макску чай, мне кажется, просто плохо себя чувствует. Потому что она даже не реагировала, когда я звала. Она еще сегодня ничего не кушала, как проснулась. Потому что, видимо. Или тошнит, или еще что-то. Забудь со мной. Сегодня какой день недели? Вторник. Алло, ёпта. Смурфик. Все, покурил? Так, сейчас вам скажу, куда заходить. Тривиадор.
Ты скачал ROM или нет? Тревиадор Раша, да? Да, да, да. Там типа как новый игрок слева можно нажать. Там вам не надо регистрироваться, по идее. Потом, когда вы зашли дальше, справа будет «Игра с друзьями». А что я выбираю? Что я выбираю? Стоп, вначале. А, русский, понял. Я русский. Макс вернулся? Не, Макс завтра, наверное, вернулся. Так Диман написал, вернулся в Питер с гордостью или что? Ну, он что? Славин, наверное, приехал. А мне Макс вообще ничего не отвечает. Вообще, как я ему еще 3 часа дня написал. Зайти как новый игрок. Да, слева зайти как новый игрок, справа играем с друзьями. Джентльмен, ебать. Получилось? Так, и что дальше? Так, да. Теперь я вам сейчас дам код комнаты, и вы по нему зайдете. Давай, а собаку комнату дашь? Понял. Так, я в Дискорд напишу. Оль, ты сегодня стримишь? Ну, по идее, да, хотела, только не знаю, сколько подробиться. После меня не хочешь? Ну, там же Вадим, по-моему, 8 часов будет стримить. А он, походу, не будет, что-то мне кажется. А может, и будет. Но мне так кажется. Ну, вот я думала, либо после тебя подрубить, либо прям ночью. После Серёжи, типа? Ну, да. А. Так, я вам скинула Discord, код комнаты. Всем пришло? Да, я зашла. Ром, ты, да, зашел? Да, да, да. Так, тогда, походу, Рома будет третьим игроком. А Оля... Так, я рейд нашел. Так, теперь выбираем территорию, от которой мы будем в дальнейшем завоевывать соседние и свою защищать. Теперь, Оля, тыкай любой клаптик. Допустим, вот этот. Так, и Рома голубой. А я не могу тыкнуть еще. На свободной территории не можешь тыкнуть? Что-то рандом тыкнул, да. А, ладно. Так, поехали. Я выбираю... Может, только соседние, да? Да, соседние от замка теперь выбираем. Но замок можно уебать, и ты префом этот выиграл, да? Если там 3 что-то правильно. Да, если 3 подряд ты хуйнешь правильно. ББ, Юль. Охуел? О, правильно, Оль. Огорожай его от меня. Я что-то должен сделать? Да, выбирай территорию следующую, за которую ты я будешь не могу, сейчас... Я не могу, ничего... Я тыкаю, ничего не выбирается. А у тебя, может, не работает курсор в игре? На территории какой республики находится? Ну, я же зашел как-то. Ну да, Валаамский архипелаг. Это я отвечаю? Все мы троем. Блять, сука. Блять, я не знала. А ты ответил, Ром, удалось тыкнуть? Да, я тыкнул, я тыкнул. А я правильно тыкнул? Нет, там был вариант D правильный, никто не угадал. Да, никто не угадал. Поэтому по новой нужно территорию выбирать. Это у меня лагает или у нее? Ой, я меня... тыкнул. Да, у тыкнул меня битрейт проседает, да, сейчас. Ну, справа. Главный конструктор производства ракетно-космической техники ракетного оружия СР. Калашников, Лихачев. Ну, легко. Я не знаю, если честно. Я тоже. Это изичный вопрос был. А что, сильно лагает? У меня просто битрейт на... до 4000 падает. Что, я должен что-то выбрать? Я не могу ничего выбрать. Ты выбрал? Да? Ладно. Выстави битрейт пониже. А надо перезапускать стрим, чтобы выставить себя пониже, да? Да. Блин, а если тут можно было бы поставить паузу? Я не знаю, кто. Рандом пикнул. Слонопотам, это кто вообще? Кто зеленый? Так, это не Оля. Знаю, это я зеленая. Ебать, Оля, ты глупая. Ой, я куда-то, блядь. Да я же говорю, я не знаю. Ребят, я куда-то вышла, а я в игре? А как не вернуться? Знаю. Бля, помогите. Блядь, давайте я сейчас сделаю битрейт.
О, получилось. Я просто сервер другой поставила. Так, нам надо эту игру как-то закончить, потому что меня возвращают в нее. А, возвращает? А там на паузе или продолжают вопросы сыпаться? Продолжает вопросы появиться. Понял. Надо как-то... Я не знаю, как тут выйти. Я вообще тоже не умею пользоваться этим эмулятором. Escape нажал, блядь, мне вышло полностью из игры, выкинул. Вот я, наверное, Escape нажала. Сейчас надо по новой зайти в игру. Ну, меня подключается в игру просто, видишь? Не, я не вижу, что экран. А ты, вообще не видишь, да, ничего? Я вижу только ваши вебки у себя. Это Blistax, у меня LD Player. У ребят, наверное, Blistax. А, Blistax. Блядь, подключается почему-то в эту зону. Ой, меня вернуло к игре. Ладно, давайте продолжим тогда. Все в игре? Ну ладно. Давай, ну, ладно. Там... Там чуть-чуть зарандомила территорию, но вопросы еще не начались. Mm-hmm. Какого числа в апреле отмечают День смеха? Очень интересный, блядь, вопрос. Тут кто быстрее. Да, тут на скорость. А, да? Давай, отвечай, Оль. Блядь, Ром, тебе просто повезло. Согласен, блядь. А, там просто надо нажать на плей, да? Когда отвечаешь. Да, на зеленую. В каком веке зародился народный промысел хохломская роспись? Не знаю, на рандом. Я не знаю. Веки. А, я ближе. Ближе же, да? Да, почему-то. Не знаю, я выбрала 16-18, но при этом ты раньше просто, наверное. Да. Какая? Что? Я неправильное ударение поставила? Порядковый номер зеленого цвета в радуге. Я отписала. Да как ты быстрее все нажимаешь на 0,02? А ты тоже говорил, каждый охотник желает знать? Сколько городов республики Калмыкия? Блять, я ебу. Без понятия, честно. А, блять. Красаволь. А че так мало? Ну, да, в принципе, в республиках очень мало городов. Горяча, это моя территория должна была быть. Какой числа день рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина? Блять, я не помню. А, числа, блять, я думала год, а год какой, ребят. Блять, я ебла. Камушек, ты ебаный. А в каком году он хотя бы родился? Насколько далека я была от истины вообще? Сколько содержит произведение Дюма? Не знаю вообще. Там, короче, что-то... Блять. Ебать. Там по вселенной что-то там книжек 25, блядь, точно. Именно по вселенной. Дюма? А, там не Дюна было написано? Да, да, Дюма. Это не то. Бля. Я не, я не успеваю на все реагировать. Сколько литров? Ой. Не знаю. А, 30. Это раньше ответил. Красава, Юль. Все, я сейчас сдохну. Стрим с позором, блять. Сколько килокалорий содержится в 100 мл? Пизду. Наконец-то, блять. Вот он мой вопрос. Вот он, мой час. Твой, блять. Мой вопрос. У тебя последняя территория, да? Да. Да, сколько голов забил Гай Ринча в своем дебютном матче за основу стал Ботафого? Понятия. Конечно, Ром, ты все знаешь, блядь. Какой ноль? Халявка. Халявка. Все, я последний забираю, да? Да. Все, Ром. А что теперь? А, теперь нападать надо вроде, да, отбиваться? Шофтать, конечно. Так, зеленый Оля, синий Рома. Давай, съебался. Mm-hmm. Как зовут старшего ребенка в семье Симпсонов? Это... Понятно, легко. Я не знаю. Ты не успела или что? А, не, только я и Рома отвечаем. А, я понял. Тут же земли захвачен. Пососал? Мы в школе праздновали Масленицу. Красава, блядь. На всю неделю. Сука. Красава, чат. Теперь, Оля, ты выбираешь, на чью территорию напасть. Голубой вагон и улыбка. Голубой вагон что-то там качается. Алло. Шаинский. Алло, да. Оля. А. Что ты вывела, ребят? Да страшно. Что я сделала? Или что ты вывела, ребят? ОБС Нинджа. А ты ОБС Нинджа в ФКБ делала?
Кого делала? УХД? Когда их добавляла в браузере. Нет. Нет. Убирала нахуй. Они такие... Пиксельные. У меня до этого Аня и Марк были, я их ничего не выставляла, и вроде бы было лучше. У меня просто сейчас с интернетом проблемы, Вадим. Я перезапускала стрим. Я на рандом вообще хуярю. Ну ты можешь попробовать 1920 на 1080 поставить, и по идее они будут оба. Ну вот у Оли вообще печально все. Я поняла. Попробую, попробую, сейчас. Опять к событию. А как вы все знаете? Я даже вопрос не успеваю прочитать, вариант ответа. Державин, в каком веке родился? Что за ужасный голос? Давай. Изи. Ебать, снес нахуй трон, блядь, Олечки, блядь. А ты её фул, блядь, да, Оля! Куда сдалась? Он просто раньше ответил, что я сделаю. Блядь. Снес трон. Ром, ну ты же вообще, ну как? Давай, ёпта. За тобой иду. В какой войне участвовал Сергей Петрович Боткин? Блять. Хуй знает. Ой. Никто ж не знал в чате. Блять, двойку пишут. Вы все знаете. Я знаю, что болезнь Боткина существует или что-то такое. А да не. Что переводится? Этот. Блять. Да ждал откуда? Вспомнил? Конечно, блять. Соси хуй! Ты, блядь! Как? Так. Кто? Ой, блядь. Я не знаю, кто блядь, эти люди. Ебу. Почему? Я не знаю, кто это. Нет, это известная группа, я просто не ебу, блядь, кто. Ой, вы тоже два писали, я тоже два писала. Все нормально, что-то. Я с вами. Тогда на русском поверю, раз настолько... Блять, либо к ссоре, либо к счастью. Ладно, похуй. Блять! Я тоже одна из двух выбирала! Да как это? Это чё? Ладно, можно. Ты, конечно, охуенно выбираешь, куда нападать. Трон, блять. Я очень хочу. А нет, а да. Я думала, масло может... Сыхает. В каком году истекает текущий президентский срок? Ух ты, блядь, никогда, наверное. Будет вест? Съебалась. Отъебись, Ром. Никогда, нет, не было правильного ответа, кстати. О, это мой, наконец-то, блядь, я смогу блеснуть. Чё, Оля такая грустная? Ну, то, что может постримить не получилось по запланированному времени. Всё нормально, я просто встала только что. А, Оля только проснулась. Каким ремеслом профессионального... Ух ты, блядь. Это... Блядь, я не ебу. Ты знала это? А, плотник. Нет, я думала на рыбак. Я вообще пчела. Я винодел искала. Ну ладно, виноделом был. Какой из рисунок в произведении принадлежит? Он финзен. Блядь, не знаю. У меня там исключение еще. О! Нихуя ты, блядь, рандомишь. Ну я слышала такое вообще где-то существует, но не знала, что это к этому человеку относится. Блин, ну у тебя все равно в два раза больше очков, чем у меня. Хватит? Очков. Да, ну тут мы, блядь, вдвоем, конечно. Пежо. О, видишь, я тоже кастома так думала. Пежо. Да, дай мне Оли на этот, ошмётки от Оли. Что ли, сейчас, блядь? Ой. Термолог. Блядь, я не знаю. Пососал. Глаза, реально? Да, это я знала. Чат все знали. Стоп, ты у меня, типа... О, я забрала её территорию, ты щупала, забрала, это был последний ход. А чё? Легко. В смысле? Легко. А чё, это так теперь работает? Я думаю, легко. Я просто все... Легко. А, ну это хуйня. Тут боже, просто ограниченное количество выиграл. Ходов, ты это был последний выиграл. Ход. Чил. А давай неограниченное, до конца пиздец. Это и была, кстати, большая игра. Есть маленькая игра, большая игра, и вот это большая была. А, давай еще раз большую. Давай. Блядь, еще ну, раз так, большую. Такая ты халява ебаная, я Олю в соло разъебал нахуй. Так, сейчас я попробую как-то ваши вебки повыше сделать. А
А что у тебя сразу? Ну вы шакалитесь немного, шакальные немножко. Ой. Так, я поменяла разрешение Оли. Рома. А стало получше чата, а то я не запомнила, как было. Ты еще голды дала, бля. Привет, Юля, чат привет. Как думаешь, есть варик залететь в университет стримера? У меня канал нулевой, но есть план доказать, что можно сделать охуенно даже без вложений. Заранее спасибо. Да, там, по идее, единственное условие от 500 фолловеров. И все, и написать заявку. Если твоя заявка классная, там визитку делать или что, я не смотрела. Бля, интересно, кто-то залетит через то, чтобы хуй показать? Будет прикольно. Или это не будет прямая это трансляция? Это будет Назар77. Да ладно, там ничего не увидит, тогда не забанят. У меня Ром какой-то большой стал. А, все норм. Я понял, в чем проблема. Спасибо за сапку. Так, все, я теперь создаю новую комнату и дам вам пароль. Все, Его, короче, ставку на баллы. У кого будет больше баллов по итогу? Ты, Юль, ты понимаешь, что ты нечестно выиграл, да? У меня или у Оли. Даже если мы не займем первое место, нужно понять, у кого будет больше баллов. У меня и Оли на конец игры. Вот такая будет ставка. Я выиграла так честно. Оля отлетит. Я на Оле чисто с первого хода в трон иду. Спасибо, жирная жопа, за 5 месяцев. А потому что ты на меня ставку сделаешь какую-то. Нет. Так, куда заходить? Я вам дам пароль, опять Дискорд новый. Давай. Так, тут карту надо просто выбрать. Темы. Добавить игроков. Все, у меня есть пароль. Ставку поставили? Во, ребят, заливайте баллы. Ну тут на самом деле на лаке можно много выиграть. Че ты так долго пишешь мне? Да то, что-то нельзя скопировать, а я сворачиваюсь и смотрю, какой там пароль. Ром. Да. Ребят, у меня я поставила 4000 битрейта, теперь у меня падает до 2900. У вас лагает стрим? Или нет? Было 8000. Зашла, Оль? Я зашла, да. Все, поехали. А где тут понять, где ходы, блядь, вот эти, где последние? Ну, справа вон кружочек крутится по цветам там, и стрелочка выбирает, куда ходит следующий. Ну, когда уже начнутся следующие вопросы. Оля, выбирай вместо. Да. Нет, не лагает. FPS немножко падает, да. FPS-то дан. Я синяя? Ты зеленая, а Рома синяя. Я выбралась. Рандомно. Чем готовится говядина по-бургундски? Я думала, вы правильно ответили вдвоем. Подлагивает. Опять сильно. Блядь, так не шакальте мой интернет. Мне чуть-чуть осталось постримить. Че, let's go, давай, давай. Давай, 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 давай. Я просто вижу красный квадратик в ОБС, и мне аж плохо. Блядь. Соси. Керч. Звучит отечественно как-то. Видишь, это лукас там у нас... Мы понимаем. Так, мне надо переключить песенку. Какой странный там... Блядь. Ой, блядь. Я тоже не помню. Ладно, плохо, так. О, я знала. Блядь. О. Так куда ты знала, блядь, на родном хуй? Ну, о, привет, блядь. Вань. Привет, Вань. Так, выбираю я. Кроме поближе. Блять, Амур. Сосите, ну. Я только Янзы и Амур в принципе реки слышала. А я выбирать буду сегодня, блять, или нет? А чё я не выбрал ничего даже? Ты... Оно мне само хуйнуло. Не знаю. А, ой, ебать, здорово. А, какую военную организацию создала Сарата? Это вроде легко. Ой, блядь, что я пикнула нахуй? Я знала, блядь, это да. Легко! Это легко! Я просто мискликнула.
Пражское ладно, соглашение, блин. Говорит Рома. Ебало. Перезайди, я перезайди или кто? Блять, тупая, я ответы пишу. Пиши, пиши, все равно их никто не смотрит. Похоже на него человек как, а внутри город. Какое слово пропущено? Человек как? Наверное, вот так. Да, так звучит получше. Оля, что-то не идет, не идет. Так хотя бы звучит, Ивася. Да. Я почти на рандом пика. Лагает. Да, у меня битрейт 2800, а потом обратно 4. Бля, ребят, я чат читала, поэтому так медленно отвечала. А, чат читает, найс, блядь. Да потому что они говорят, что лагает, я не могу сосредоточиться. У меня не лагало, зашел Рома, залагало. Пять. Ром. Долго думаете, девочки? Ну я вдумываюсь. Ну вы это знаете, я не понимаю. Ром вообще не думает, до 3 секунды сюда тыкает. Да? Да, да. Блядь, 3-3. Блядь, хуй знает. Пиздуть, короче. Понятия. А, 33. Ну, я подумал, что 3 звучит, а там 33, оказывается. Да, 4 квадратных метра. А, ну да, кстати, что-то знакомый, 33 квадратных метра. А, выруби Steam или что такое, у меня Steam даже не включен, нет. Это же идет скорость отдачи, а не загрузки. Такая. Кто ходит, Юль? Ты я ходишь? Выбираю территорию, на кого напасть. Кинал кусочного блюда дом. О, это легко. Какое? Я почему-то с конца начинаю читать варианты ответа. Сколько человек изображено на картине жнецы? Кто такие жнецы? Это... О! Рома пососал? А, ну. Пошла нахуй. Блять, ладно. Оль? Да. При какой неисправности водителю запрещено движение даже до места ремонта? Вот это, наверное. Да. Официальных языков Швеции. Ой, блядь, что я сделал? Ой, блядь! Ладно, я хотя бы первый, блядь, ответил. Ой, блядь, Оля тоже такая. Шведский официальный, ну да. Я ступила, я думаю, блядь, что я туплю, я не нажимала на этот плей. Забыл диктатор, пытается хранить урожай. Ой, блядь, я это... уничтожить воробьев. Мао Дедун, Пиночет, Саддам Хусейн, Сапар Мурат, нет. Хусейн Гасанов. Оля, ты чё? А, подожди, это я отвечала, а не Оля. А. Блядь. Кто отвечал? Я тоже смотрю, блядь, думала, блядь. Оля. А кого ты выбрал? Сейчас Оля выбирает. Меня выбрала, нет, всё, выбрал, теперь вижу. Я никого не выбрала. Калач? Нет, ты бы выбрала потом. А, не ну, знаю, я даже не об этом не успела подумать. Не знаю. Круг. Калач. Калач. Мне кажется, выпечка какая-то есть такая. Сумма целых чисел в интервале. Что? Это же легко. Да? 9. Я не знаю! А, 15, ладно. Это какой 15? 15? А, 3 и 6 тоже сумма чисел. Это надо 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 было почти? Нет, это уже слишком много. 3, 4... 3, 4, 5? 6. А как это считать? Какой пол будет? Пол будет у мессианского аллигатора, зависит от... блять. Ладно, фу. Температура вырастает пенис или не вырастает пенис? Тут так решается. Что такое хёрлинг? Национальный костюм у саамов. Осадочная горная порода, способ рыбноловли, ирландская командная игра. Мне кажется, вот это. Да, да, больше всего звучит. Песня Кинчева, трасса Е, сколько-то там. Бля, ой, блядь! Походу, ладно, походу наоборот. Мы... А, ладно. А, нифига. Я думал 32, что-то так зазвучало, Е32, ебать. Бэм, снахуй. Что такое сбитень? Блять, может либо это? Либо вот это, либо вот это, блять. Это, наверное. Я тоже как Рома подумала. Я подумала, или мясное блюдо, или вот это первое. Так, Оля, я тебя не трогаю, Рома.
Хотя у меня ставка говорит, что надо больше, чем воля. Дымковская игрушка делается из... Дымковская. А, ну, так, наверное. Так, наверное. А, ладно. Ебала. Изи. Забрала, забрала поинты. Рома выбирает. Что режет при помощи автогена? Наверное, вот это. Блядь, наверное, вот... Да. Я думала стекло. А. Я думал, я тыкнул стекло, а потом подумал, блядь, лед, а это, оказывается, металл. Так, теперь против воли я выступлю по ОП. Коренное наследие Новой Зеландии. Бля, я выбирала или это, или нижнее. Я сейчас не знаю. А сколько ходов? У меня не видно. Не знаю, сколько-то в тени уже, а еще три хода, походу. А, я. Три хода. Да, Гугеноты. Не знаю. Блять, протестанты. Ну ладно. Нет, а с большой буквы еще было написано, она была, может, как-то... Хотя, не, блядь. Я ходить буду, нахуй, или нет? Бля, очень мало времени, дядь, пиздец. Да, вообще не успеваю подумать. Так, против воли надо выскочить. Вообще все просто на рандом. Как называется книга, принесшая популярность Коэли? Паулу Коэлью. Алхимик. Понял. Все, нормально, работаем. Я почему-то была уверена в 11. Какая из перечисленных планет Солнечной системы не относится к планетам земной группы? Может, вот это? Нет. Это газовая планета. Да, у меня тоже такое. ББ нахуй. Уби 20 FPS лагает. Бля, ну... Я не знаю, все нахуй с работы пришли интернетом пользоваться, и у меня батарея до 2000 падает аж. Но сейчас доиграем эту сессию, и я, наверное, буду заканчивать, потому что это нереально. Ух ты. Вот это знакомое, кстати, что-то. Пенициллин. Да, вот что-то так знакомое было. Да. Сколько раз в родительский автогонщик Айртон становился чемпионом мира в Формуле 1? Охуй. О! Легко. Легко. Виля красная, а Оля зеленая. Да. Оля уже все. А, Оля улетела. Все, закройте ставку. Юля! Чё, не знала, ебать? Не знала, потому что я люблю фильмы Тарантино. Я не думала, что такой классный режиссер мог такое сказать. А вы знали все? Какой цвет глаза у большинства новорожденных младенцев? Наверное, вот такого, да. Типа еще не успеет окраситься эта хуйня, радужка. Ну, не конечно. Ходи, ёпта. Кисти какого художника принадлежит картина «Последний день Помпеи»? Блять. А что ты Верещагин ответил? У меня просто Верещагин была фамилия до этого в раунде. Бля, ну Рома сразу выиграл. Ну это потому, что ты Олю снес, походу. А, да, мне надо было. Так ебать. Территорию. Я стратегически помыслил, куда встать, типа, да, ты. Не дотянулась до Олиных останков. Так, спасибо, ребят, что зашли. У меня начал шакалить интернет, поэтому я вас. Уже, да? Ну да, у меня очень фпсит. Ну ты фикси. Что-то у вас, блядь, у Оли вчера этот шакалилось, у тебя сегодня. Спасибо, что позвала. Да, сори, что так ненадолго. Из-за такого ненадолгого стрима, может, вам планы обломало. Спасибо, что пришли большое. Нормально. Да, давай, Юрий. Ты заканчивать будешь, да? Да, думаю, да. Я даже не знаю, получится меня сделать.